Сегодня каждому ульяновскому театралу известна фраза нашего земляка Ивана Александровича Гончарова, сказанная писателем в родном городе ровно 170 лет назад. «Я рад за Симбирск, что в нем есть театр». Куда менее распространено ее продолжение, какое бы то ни было. Поэтому логично, что под занавес года театра в России в историко-мемориальном центре музея Ивана Александровича в нашем городе темой заседания ученого совета, состоявшегося 28 ноября, стала «Гончаров и театр». Иван Александрович кровно связан с театральной сценой 19-го столетия. Он знал блестящих мастеров сцены, Львову Синецкую, Монахова, Щепкина. Он состоял в переписке с актрисой Савиной. И, безусловно, он живо интересовался театром. Настолько, что писал театральные рецензии, например, знаменитый «Миллион терзаний» на постановку «Горе от ума» Грибоедова. В заседании приняли участие сотрудники центра музея, архивариусы, библиотекари, представители Ульяновского театра драмы имени Гончарова и общественности. Это известная позиция в связи с классикой. Она вечна, она противопоказывает множество истолкований, интерпретаций. Я думаю, исчерпать тему Гончарова, исчерпать наследие творческого Гончарова, в принципе, невозможно. Ни для театра драмы, ни для какого-то другого художника в России. Собравшиеся говорили о роли театра в жизни и творчестве Гончарова и об инсценировках его произведений на русской и симбирской, в частности, сценах. Тема «Гончаров и театр, и жизнь в творчестве, и театр в жизни и творчестве Гончарова» — это очень глубокая тема, требующая очень серьезного, вдумчивого анализа. Вспоминали о его встречах со звездами подмостков своего времени, рассуждали о взаимосвязи книга-театр-библиотека. О формате представления докладов после ученого совета мы пока не размышляли. Но, возможно, это будут публикации на сайте музея, а может быть, потом удастся и какой-то более такой обширный диалог вести. Ярослав Щедров, Сергей Ямин, новости Управда ТВ.